Папа Римский Франциск совершил свой первый визит за пределы Рима на итальянский остров Лампедуза, расположенный в Средиземном море недалеко от побережья Туниса. В сопровождении более сотни рыбацких лодок понтифик прибыл на остров, известный в первую очередь как цель для тысяч беженцев из Африки, и опустил в воду венок в память о беженцах, погибших на пути в Евросоюз. Визит на Лампедузу – это еще один символический жест понтифика, демонстративно обращающегося к темам бедности и страданий. За первую половину текущего года на Лампедузу прибыло не менее 8 тысяч беженцев из Ливии, Туниса и других африканских стран. В прошлом году 500 беженцев погибли, пытаясь добраться до острова. Буквально за несколько часов до визита римского епископа береговая охрана Италии спасла из воды 120 мигрантов, чья лодка потерпела крушение недалеко от берега.